Че? У всех локация? Локация у всех появилась? Да. У меня не появилась. А, я задаю. Я думаю, шпионы такого стучат. Вы уверены? У меня тоже не появилось. А, появилось, все. Появилось. Где она? Вон написано же, возле имен. Возле имен, рядом с таймером. А, вон, все заметил, но... Увидели? Шпиона не появилась. Бля, бустер долбоё. Короче, бустер понятно. Бустер-шпион. Хорошо, Арин. Арин, я задаю вопрос вам. Давайте. Арина, скажите, пожалуйста, чтобы попасть в это место, нужна какая-то подготовка? Ну, я думаю, да, нужна. Спасибо, а какая? Арина. Да. Строго, ты понимаешь, что делать? Ну да, я понял. Я смотрел ведь у Ади это. Ну ладно. Давай. Допустим. Я даю тебе 3 цвета. Выбери один. Давай. Желтый, красный, синий. Блять. Так разве можно? Халява. Синий. Мне кажется, это хуйня. Так какой? Нельзя, синий. Так можно, можно. А можно любой вопрос задавать, какой хочешь. Да, какой хочешь, вопрос, да. Да? Да-да-да, как он ответит, смотри. Ладно, спасибо за вопрос. Синий, синий, я же сказал. Окей. Ага. Очень приятный пиздец. Так, следующий вопрос. Теперь вы задаете. В этом помещении люди тратят деньги? Кому ты задаешь? Это Илюхе. Ну, если... Ну, вообще нет. Ну, можно постараться, можно как-то потратить. Ну, если что... Ну, все правильно. Деньги везде можно тратить. Долбоёб спалился, блядь. Не, все правильно. Не, я имею в виду, какие-то услуги предоставляют, ну, в этом плане. И можно ли потратить деньги? Везде, во всех местах предоставляют услуги. Не во всех, не пизди. Ответь, тут можно или нет? Дальше. Ну, в основном нет. Так вот. Хорошо. Понятно, попался, спасибо, Кирилл. Время. Давай, Слава уже спалился, блядь, по самому началу. Да, попизди, блядь. Конечно, блядь. Я бы на самом деле бустера выдвинул на голосование, но давайте дальше, быстрее. Мага, в этом месте есть окна? Да. Ебать вопрос. Ебать вопрос. Да, хуйня полная, блядь. Ива, ты уверен реально до сих пор, что я шпион, блядь? Нет, правильно. Запутывать надо шпиона. Вопросы должны быть такие. Я могу задать какой хочешь вопрос. Конечно. Давай, Мага, задавай. Как раз те люди, которые задают тупые вопросы, они сразу окрасняются. Про самураев. Кому самураю? Да. Вот Косточ. Я должен по порядку задавать или сам убираю? По порядку, мне кажется. Куда по порядку. По порядку откуда? Мага, ты Косточу задаешь. Да. Только вы должны задавать такие вопросы, чтобы не спалиться, блядь. Да, окей. Да. В этом месте можно человеку находиться? Блядь, ты че, тут же, блядь, любой во всем месте может человек находиться. Ну, нет, а вдруг там была бы нахуй. Что? Я могу полную хуйню спрашивать. Конечно можно. Да, все правильно. Теперь я задаю кому-то, да? Красава, Косточ, блядь. Мне. Тебе, да? Ага. Снимают ли в этой локации кино? Типа, могут ли снимать там кино? Или что? Снимают ли? Прямо сейчас вот там, блядь, снимают кино. Могут ли? Прямо сейчас, нахуй, снимают ли? Могут ли? Да, могут. Могут, хорошо. Понял. Мапки. А, я задаю вопрос. Давай, самурай, зачем? В этой локации есть электричество? Да. Угу. А кому это? Бля, какой вопрос уже будет задать? Давай, самурай, задавай. Ну, да самую хрень задай. Хорошо, самую хрень задам, давай. Ну, ты задай. Бля, Арин, пиздец. Это место может находиться на высоте? Нет. Слава, давай, бля! Аккуратно. Бля, кто же шпион, ну? Аккуратно. Зар. Ну, какая... Огонь, земля или воздух? Что говоришь? Огонь, земля или воздух? Земля. Пизда. Земля? Товарищ, блядь, вы пососали! Че? Зарк, ваш вопрос мне, быстрее, время пока не закончилось. Хорошо. А в этом месте можно переночевать? Блядь. Слушайте, но если вы имеете причастие к этому месту, то вы можете... На сколько времени стоит, нет? 3:20, ну 3:20. Нормально. 3:20. Если вы... Ну сейчас надо дойти до бустера, потому что что-то, по-моему, какие-то странные вопросы и ответы. Сейчас, секунду. Мне кажется, мага. В общем, если вы имеете причастие к этому месту, вы можете там переночевать. Просто так переночевать там вряд ли получится. Согласен. Арина, вопрос для вас. Че там, согласен? Нужна какая-то определенная форма, чтобы находиться в этом месте?
Ну... Так нет, я стоп, сейчас задавай... Ты, стоп, сейчас второй круг, ты можешь задать вопрос, кому хочешь. Да, да. Ну хорошо, я задал Арине, ну пусть будет так. Хорошо, я задаю Арине. Потом Арина задает, кому хочет, да, и потом... Да, Арина, определенная форма в этом месте нужна? Я думаю, что не обязательно, если честно. Но определенная может быть, но не обязательно. Угу, хорошо. Слава, я хочу задать тебе вопрос. Слушай, без проблем, мне всегда приятно тебя послушать. Давай, давай, только хороший, Арин, только да, хороший. Да, давай, давай, хороший. Чтобы разъебать эту гниду. Бля, пиздак свой завали, нахуй, стержень, сейчас блядь, калининградский, блядь. Я попал, ты ебал, нахуй, собачок. Давай, давай, Арин, хороший нужен. Я просто, у меня и тут экран был открыт. Давай, да, задай мне вопрос, нахуй. Я-то, знаешь, из локации. Слава, есть три уровня. Какой ты выберешь, первый, второй или третий? Первый. Что? Какие смыслы? А что за вопрос был, повтори, пожалуйста. Может, я сам не понял. Дэвид, ну, Дэвид, в смысле, Дэвид. Понятно. Да, все понятно. Снимал, есть три уровня, и вы сами можете их... Вы бы не хотели бустера обвинить в шпионаже? Хуяки, блядь, схуяли! Давай, давай! Давай, давай! Обвините! Я задаю вопрос, да? Да, нажимайте «да» на сайте. Что? Да, хуй, на, вы охуели, гниды, блядь! Да, стоп, стоп! Да! Стоп, стоп, стоп. Ты мага шпион, мне кажется, на самом деле. Я шпион, да. Сука! Стоп, ну я знаю, что это локация. А чё вы «да» не нажали? А какая локация? Я нажал. Это, блядь. Нажмите сюда. Да, жмите. Да уже нажались. Это... А вы знаете, что когда вы догадываетесь, надо нажимать на нее, Вячеслав? На кого? А, реально? На локацию, да. Если вы догадались, вам надо нажать, и у вас вылезет, типа... Вы уверены, что не это локация? Может, мне надо обновить игру? Нет, сейчас, потому что вы уже шпион. Шпион пойман. Да, шпион пойман. Следующая локация. Новая. О, я же говорил, что новая. Так надо играть. А теперь за... Теперь а Зарк задает поменьше. Строго. Поменьше времени. А почему у Зарка 2 написано циферка? Почему у меня 2? Это его IQ. Ребят. По одному тогда. У тебя вообще 0 бустер. Ребят. Пизда, сейчас завали бустер. Не посвящай, блядь. Время идет. Время идет. Целлофаны, нахуй. Лопаны, ебаны. Давай, что ты, нахуй, урод, ебаны. Зарк строго вопрос задает. Я обращаюсь к шпиону. Шпион, если вы догадались, о чем говорят люди... Ага. Жмите на эту локацию и выбирайте ее. А, Зарк, то есть давайте, я неправильно сыграл? Да. Зарк строго. И я уже не могу сейчас сказать, что за локацию. Да, да, поэтому так и... У нас 7 минут, это очень много, надо поменьше. Так, хорошо, в это место пускают... Понятно, выгоняем у ебана. Ебало, возьми нахуй. Выгоняем, чтобы пускал лупу ебана, просто за шкирку выводим, блядь. С каким своим, с кем своим, блядь? Со своими продуктами, допустим. Понятно, хуй лопалось, бля. Говно спалилось, бля. Слышишь, бля, шоколад с губ вытери, бля, пиздюк. Да завали ты меня напрягаешь, бля. Слышишь, ты гвоздик засунь, что ты такого? Я из-за тебя просто забыл, что говорить, идиот. Все, вольнись. Давай, пососи, не пизди. Не перебивай просто. Да, извини, пожалуйста, реально, бля, как хамбург. Время уходит, давайте. Ну, задавай. Я спросил. У кого? Что ты спросил? Да нет. Что да нет? Я спросил, ты можешь в это место зайти, своими продуктами. Допустим, своими, ну, вещами какими-то продуктами? Не богопрос, я ебу. Нет. Хорошо. Самурай, смотри. По-моему, строго шпион. По-моему, строго шпион. Смысле нет, блядь. Кажись, строго попался, нахуй. Смотри. Да, смотри. Что, выгоняем? Сейчас. Смотри, самурай, ключи, карточка или полотенце? Карточка. Понятно, чего нахуй выносим, слышь, пиздюка, блядь. На ладошке выносим дюймовочку, блядь, ёбаную, блядь. Давай, можешь вынести, давай. Кикем, самурай. Ну, как ты, как? А чё смеяться себе переключить? Самурай. Самурай хуже ответил. Задавайте вопрос. Чё-то хуйня какая-то, у нас точно на локацию все? Блядь, у нас, блядь, да. А данных... Ой, я чуть не сказал, блядь. Данных мест много вообще в мире? Да. А данных мест вообще много в мире. Бля, время идет, алло. Ну да, Кост, сейчас задаю тебе вопрос, короче, ты знаешь, что я задам, какой-то вопрос тебе задам. Ну? Не знаю, блин, подожди. Да ты бустеру задаешь. Нет, он Косточку задает. Да, я подумаю, выбери, короче, из трех. Блядь. Огонь, нахуй. Огонь, блядь. Песок или вода? Блядь, что-то я... У нас точно одна локация? Стоп. У нас одна локация? Бля, у нас чел попался, друзья. Ну ты выбери! Еще раз, дай мне три варианта.
Огонь, песок, вода. Выбери тут, типа, чем это... Чё, ватаранг, блядь, что ли? Огонь. Ну, огонь, блядь, я хуй знает, что ты... Огонь. Задавайте вопрос. Чё, это пиздец, я не знаю. Песок, вода, блядь. Ты чё, я вообще ебанулся? Ты чё, ебанулся? Мне кажется, он попался. Слышь, мне кажется, мапки самые, блядь, сейчас пока не понятно. Да, мапки сейчас фигню спросил просто, на самом деле. Огонь, песок, вода? Какая, блядь? Ну, блядь, выбрать слово, которое соответствует с этой локации, нахуй. Там одно из этих слов есть. И как, блядь? Я не могу понять, либо я тупой, либо ты сверхразум. Не, ну типа, в некоторых может быть вопросы. Подожди, у нас тут вообще, блядь, ладно, хорошо. Костыч, у нас есть одна локация, блядь, вы уверены? Костыч, вопрос. Кому? Маги. Мага. Это локация государственная или приватная? Ну, приватная. Ага. Ну, приватная просто так не говорят, из-за этого я запутался на самом деле немного. Частная, это имел в виду. Чё, ты плохо ответил, мне кажется. Не, я нормально ответил. Плохо ответили. Да, не, нормально, нормально, нормально. Не, это частная просто. Мага, задавайте быстрее, 3 минуты. Окей, важно ли соблюдение определенной температуры данной локации? А, нихуя вопрос. Чё? Температуры? Да, определенной. Не, ну температуры, возможно, нет, но, типа, есть соблюдение там других вещей. Ну всё, 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 ты хорош, хорош пиздеть. Чё, мага-шпион? Мапки-шпион. Соблюдение температуры. Нет, там, нет, нет, там нет, 100% нет. А миндетика можно оформить? Слава, давай, для меня Слава красный. Почему? Слава, чё съел сегодня на завтрак? Ничего я еще не ел. Это есть вопрос? Да. Ну, для меня Слава красный. Потому что я только что тебе был шпионом? Нет, ты сейчас любому задаешь или нет? Кстати, я был один раз шпионом 2 раза подряд. А, нет. Так что, ну, ладно, Илюх, я твоим вопросом ответил. Я сегодня ничего не ел еще, братан. До слез. Гастрит, да. Какой ничего не ел? Не, не, Слава орал больше всех, то, что у вас одна локация, он нахуй. Когда стрим запускал, ел что-то. Реально, жрал. Все, у нас время, а мы ничего не понимаем. Арина, вопрос для тебя. Мы ничего не понимаем. Все, мы понимаем, нахуй. Это ты, да, мам, я? Арин, чем в этой локации занимаешься? Не-не-не, так нельзя спрашивать. Почему, блядь? Ну, потому что она сразу ответит. Там сексом занимается. Не, ну она же как хочешь, может, идти. Она может нас подставить, как крыса, блядь, и типа, и все. Нет, ей не выгодно это тогда. Хорошо, ладно. А в этой локации одевают шубу? Так лучше. Ну, нет. Ничего не понял, на самом деле. Не, на самом деле, слишком долго думал, она и есть шпион. Как-то все тупо отвечают. Блять, я реально сомневаюсь, что у нас одна локация, мужики. Надо на базу. Алексей. Да. Минута. Понятно, что-то на время тянет, мне кажется, она придумает, блядь, что за локация, блядь. Блядь, нет, подожди, надо задать вопрос. Бля, посмотри на глаза самурая, ебать, что он там делает, блядь? Мопс, ёпты, сейчас из орбит выскочит, блядь. Дядь, куда ты летишь там? Куда? Если я лечу, дядь, тебя просто, блядь, это волнует. Арина, минут 30. Открыли, бля, май. Давай ты не будешь пиздеть, пока я далеко от тебя. Она чистые или грязные? Что люди в этой локации? Чистые или грязные люди в этой локации? Ну, все зависит от этой локации, но чаще они там грязные. Окей. Да. А я выбираю любого, я задаю вопрос маме. Задай мне. Давай. У нас давай. Минута. У нас уже решил, Пчелкин. Нет, сейчас, подожди, я задаю Пчелкин, вопрос. Пчелкин, блядь. Я задаю вопрос маге. Давай, минуту. Давай. Мага, да, нужно ли в это место заранее записываться? Да. Мага же меня. Мага, задай мне вопрос, я мага же не слышал. Я точно сам не знаю, это мне раз не было. Быстрее. Это на самом деле, я думаю, строго. Да блядь, мага, задай мне вопрос. Посмотрите, строго. Это либо строго, либо самурай. Есть определенная униформа для локации. Дресс-код соблюдение. Давай строго. Строго или кого? Давай строго, нахуй. Мапки, смотри. Человека-паука смотрел всех? Нет. Смотри, короче, выбери. Человек-паук, враг в отражении, Человек-паук вдали от дома. Я не смотрел, долбоёб! Или Человек-паук, высокое напряжение. 17 секунд, ребята, надо голосовать. Я за строго. Я тоже за строго. Строго. Да, мапки шпионы. Так мапки что? Вдали от дома? Вдали от дома. Враг в отражении или высокое напряжение? Что-то вроде. Так это мапки шпион.
Что ты сказал? Я не понимаю этого просто нахрен. Ну простите, что ты умоляешь! Эту локацию, там подкал ты! Ну мапки. Это мапки, шпион, блядь. Мапки давай, давай мапки, быстрее мапки. Мапки пригласите. Друг это простите, сам. А нормальный вопрос, блядь, а не у Человека-паука, нет, который... Нет, это не он, это не он, это не он. Вы чё, ёбнутый? Самурай, самурай, давай, самурай. Мамки, мамки. Давай кикай меня. Это Зарка, возможно. Меня обвиняйте быстрее. А чё, мы, подождите, мы трёх челов уже... Я не понимаю. Это кто? У нас, короче, кончилось время, сейчас шпион скрывается, говорит, локация, если он не угадывает, то мы мы выиграли, если угадывает... Подожди, мы 3 раза попробовали, были неправы, типа? Да. Шпион, ну, скрывайся. Шпион, скрывайся. Так, давай, все. Уебатый, ебаный! А, это Зарк. Что это? Центр или нет? Кто? Сервисный центр. Да, да. Правильно угадал, молодец. Хороший вопрос, Илюх. Человек-паук, высокое напряжение. Давай, давай. Человек-паук вдали от дома, либо человек-паук враг отражения. Пошло, давай. Ты что, прикалываешься? Алексей, высокое напряжение, электроцентр, блядь. Алексей Ренин. Сервисбойщик, нахуй. Арина, я задаю вопрос. Время идет. Я задаю вопрос. В этом месте можно бегать? Ну, вообще, нежелательно. Угу, а у нас не все в лобби. У меня в лобби показывает 7 человек. Все. Она... Все. У меня 10. У меня 10 показывает. У меня 10 показывает. 10. Что у тебя строго? Что у тебя строго? Время тянет, алло. У меня Валера почему-то... Не, у меня даже время. У меня время даже не идет. У меня идет. Тебя, наверное, выкинуло, братан. У меня идет. Призади. А, так мы Валеру нахуй, по-моему, кикнули. Ариньян бустер задает. Да, у него даже типа серый. У него серый никнейм, да. У меня нет. Я... это... Нихуя. Перезайди, попробуй. В чем задавать или мы перезайдем? Да. Может мне еще раз ссылку скинуть, пожалуйста? Мне... Киньте, пожалуйста, какой-нибудь осталось, просто я не хотел. Я сейчас скину в эту конфу. Скинул. Спасибо. Удали да потом. Балдежи, спасибо. Идется свободу. А, во, все. Все, давайте, у меня есть локация. Давай, играем, играем. Давайте пасы. Арин, задавай бустеру. Так что я. Да, бустеру задавай, задавай. А что у меня ноль? Да что значит? Это IQ. Играй, бустер, у нас время. Слав, открытая или закрытая локация? Теперь у меня Зарк, кстати, серый. Ну, слушай, не, я тут... чаще всего закрытые. Теперь вы, Вячеслав. Помним мультики. Вступление мультиков. South Park, Simpsons. Ну, блядь, еще как бы Симпсонс, блядь, как там? Симмонс, блядь. Симмонс. Или Футурама. Какой лишний из этих мультиков? Симпсоны. А, лишний? Ебать, охуенный вопрос. Лишний Футурама. Ага. Я просто сейчас не припоминаю. Блядь, вопрос охуенный. Нормально, первые 4 это отмена. Да, то же самое, как это. Мага, смотри, в этой локации можно найти друзей? Да. Хорошо, первые 5 отмена. Везде, не, почему везде можно найти друзей? Ну да. Ну, лучше маги, блядь, вообще хуй знает, не маги. Только на орбитальной станции, блядь. Мир. Мага, задавай. Мага. Я задаю, что ли? Да. А, окей. Блядь, ебать вкусно, нахуй. Вишенка, блядь, вообще балдёж, блядь. Приятно, блядь. Вишенка? Важно ли месть в этой локации? Нет, это вишенка, это вот только строго, блядь. Только он может, блядь, бабу нахуй кента увести. Важно ли месть в этой локации какие-то принадлежности? Чуваки на принадлежности. Ну, в трусиках, ебать. Пошел гуглить, что такое принадлежность. Я не знаю такое слово. Принадлежности? Ну, это чем зубы чистят. Ну, что-то. Да, да, важно. Да, окей. Ну, давай, Костя. Вопрос быстрее, Можно ли в этой локации похавать, купить? Да. Ладно. Мапки, давай, мапки быстрее. И, блядь, какой вопрос задать? Можно, нужно ли в эту локацию, чтобы попасть в эту локацию, нужна какая-то легкая или нет? Ну, вообще, да. По официальному, так сказать. Следующий вопрос, кому я там строго? Важен ли сезон, чтобы находиться в этой локации? Да. Ну, это Зарк опять, да? Опять Зарк? Нет, вы что, гоните? Понятно, попался, блядь, чижа, блядь. Зарк, выбери. Деньги, ручка или вода? Ручка. Сука. Смотрите. Я знаю, кто это. Кто? Я тоже знаю, по-моему. Это Косточ. Косточ, да, единственный Косточ. Косточ. Можете мне круг кончился, можете. Давай. А, нет, стоп, сейчас Алексей. Сейчас Алексей, сейчас задаю. Я задаю. В этом месте есть окна, Алексей? А, извиняюсь. А в этом месте есть окна? Да. В этом месте есть окна, да. Хорошо. Все, и теперь Алексей задает, кому хочет, и пошло. Я задаю вопрос Косточу. Косточ.
В этом месте есть... То есть одно место подразумевает под собой несколько локаций. Ну, то есть различных, да, где, да, можно, да, где можно заниматься различными делами. Конечно. Или нет? Да, подразумевает. Угу. Обращайте внимание на глаза. Мне кажется, это ариньян, блядь. Посмотрите, сука, блядь, выдра, блядь. Просто впилась в монитор, сучара, блядь. Все, охуела, что ли? Стойте, у нас время, у нас время. Смотри, как она залипает, смотри, как она разглядывает. Она либо посмотрит на какого-нибудь там мальчика, блядь, симпатичного. Думай срочно. Три минуты без лишнего пиздежа. Следующий сдает. Блядь, Костыч, задавай. Что с ебалом, блядь? Костыч, Арину проверь. Арину проверь. Че там, блядь, Натаха попку показывает. Тише, тише, Костыч, проверяй Арину. Арину проверяй. Костыч. Могут ли тебя там вылечить? Я думаю, выебать сейчас скажут. Арину где только не могут, блядь, не могут. Могут ли тебя там вылечить, Арина? Нет. Понятно, попалась, блядь. Все, Аринку пизду, блядь. Давайте кикать. Ты чё, офигел? В смысле, можно? Ну, технически везде можно вылечить. Зачем там? Не, ну, тут очевидно, да, Арин, да, тут сори. Да. Подожди, Илюха. Мы ошиблись, мы ошиблись, мы ошиблись. Да как вылечить, блядь, что там нахуй будет лечить вас? То как понять, как вы ошиблись? Тише, 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 мы ошиблись. Дальше, Арина, твой вопрос. К любому. А кому? Мне задай, я потом задам кому-то. Не, давай Костычу, давай опять Костычу. Нет, мне задай, потом я задам Костычу. Алексей, ты потратил обвинение? Я, да. А нельзя Костычу больше. А почему Зарка, у него серый никнейм? Зарк, ты не завис? У меня нормальный никнейм, я на месте. Все нормально у него. Самурай, что ты рассуждаешь жестко, дайте ему вопрос. Так давайте. А в этой локации преимущественно большое скопление людей или маленькое? Большое. Ну... Не, самурай шарит 100%. Вы слышали, какой вопрос задавал? Он задавал грамотный вопрос, у него глаза как... Самурай, задай вопрос. Мне. А кому скажите лучше? Мне слышно! Ну попробуй строго, ну давай попробуй. Хорошо, так надо вопрос придумать, блядь. А кто это может быть-то? Мага, может ты? Короче, строго, давай так, выбираешь из трех шмоток, готов? Давай. Монитор, сумка и стол. Бля. Ну давай стол, я не знаю. Я хочу Илюхи. Илюха какой-то, да, не знаю, сидит. Я Илюхе подам, хорошо? Илюха попушен, если до конца есть такая хуйня. Шпион, я напоминаю, если ты догадался, нажимай на локацию. Да, у тебя минута осталась, братан. Илюха, кажись, это ебаная. Так это у нас есть слава. Это Илюха. Смотришь, Илюх? Да. 9 лет, 5 лет или 7 лет? 9. Не он. Ну либо повезло. Блядь, посмотрите, Костыч, на мамке, может, на Буруриче, ебать, на Буруриче! Илья, Костыч, Илья. Закрой глаза, мамки, закрой глаза. Подождите, подожди, а это не может быть Пчелкин, это не может быть Пчелкин, блядь, алё. Я не про это подумал, блядь. Он сказал 9. Ты просто подумай, блядь. Правильно, мага, правильно. И как ещё можно... Всё правильно, правильно. Спрашивай меня вообще. Это Алексей, алё, вы меня слышите? Может, можно и 9 ответить. Почему он все время подкрикивает всем? Ну задай мне вопрос, Али. Алексей, как у вас дела? Замечательно. Но в этом месте были не очень, если честно. Блядь, ну ебаный сыр, блядь, давайте соберитесь, блядь, подгузники, блядь. Это Илюха. Илюху, да, мне тоже кажется, Илюха. Не, я думаю, что я за магу. Ты понимаешь, что строго подумай, то, что на это можно ответить и 9. Мне кажется, Костыч. Не может? У нас 10 секунд. Бля, время, ребята, бля. Костыч, давай Костыча, я Костыча выдвигаю. Костыч нормальный. Так нет, все, если сейчас... А, шпион назвал неправильную локацию. А, все, шпион рассекретился. Кто это? А кто это был? Да. Кто был? Сука! А что ты выбрала? Что ты выбрала? Подожди, а как мы ошиблись, если мы чего не кикнули? Как мы же ее кикнули? Да. Ты сказал, вы не проголосовали, я же выставил ее на голосование. Я проголосовал. Я не голосовал. А, ну молодец, Слава, молодец. Мы хорошо на сайте играли. Подожди, а должны были... Смотрите, мой вопрос заточил карточку. А должны были все голосовать, Тима? Зарк задает вопрос строго. Зачем мне вопрос это, если мы, типа, уже выиграли, не? Мы дальше идем. Не, дальше идем новой карточкой. А, у него шпион написано, блин! Не-не-не, у меня ничего не поменялось. Так у тебя, дядь, у тебя серый никнейм обновил. Перезайди. Сейчас, секунду. Тут, слышишь, тут есть, кстати, еще второй, добавили второй пак локации. Ребята, если мы выдвигаем на обвинение, ссылку. Нажимайте «да». Скиньте истории и ссылку, и зайдите по ней. Я скинул, давай. А, все, хорошо. Так. Блин, батя здоровый. Я зашел. Ну, давай строго. Я зашел. Окей, строго. Здесь есть... Блять, это слишком прямой вопрос.
Хорошо. Там может, там могут быть посетители какие-то. О, понятно, спалилось, блядь. Глушка, блядь. Ну, посетители, ну да, наверное. Ну, посетитель вопрос, знаешь, такой, бля, философского характера. Дальше, строго. Пиздец вопрос. Строго. Я не придумал. Самурай, ты бы арендовал себе дом, студию или квартиру? Нормально. Молодец. Нормально. Да ненормально, на самом деле. Это ненормально, это хуёвый вопрос. Я в жопу трахал сейчас. А-а-а, ну да. Это не в хорошем смысле строго, мы тебя реально в жопу трахали, это хуёвый вопрос. Мапки. На самом деле, да. Мапки. Бля, посмотрите на мапки. Вот смотрите, это точно не мага, это точно не косточ. Это либо мапки, либо Excel, либо Арина. Надо, давай. Мапки оглох, он ждал список, бля, что где? Где, блядь? Бля, буду это мапки. Смотри, смотри, выбери, какой довольный, блядь. Сука. Выбери большой бюджет или маленький бюджет. Большой член, блядь, или маленький в рот. Большие яйца, большой член. Ну, мапки просто выбери. Я просто не понимаю, что за вопросы, нахуй. Я тоже не понимаю, нахуй. Может, блядь, спросим... Напрямую еще, блядь, больше. Большой бюджет или маленький? Вы сейчас шпиону, даете очень много подсказок. Пиздец, как. Большой бюджет или... Ну, пусть догадываться, блядь. Мапки, спрашивай. Косточ, важно ли в этом помещении электричество? А вот такие вопросы, когда ничего не знаешь, типа, задать. Ты бы спросил, реально, большие сиськи или маленькие? Нормально. Косточ для маги. Мага. Трахаются ли в этой... Везде локации. Могут. Нет, я не знаю, везде могут, блядь. Да, везде скорее можно. Всего там это делают. Но это будут делать везде. Хорошо, дальше. Окей, задаю вопрос next. Смотри, цвет плаща выбери. Белый, красный или синий? Белый, красный, либо синий? Цвет плаща? Да. Красный, блядь. Мага. А как ответить? Понятно, Илюха спалился. Как ответить нам? Нет, на самом деле... Попал, все, Илюх, все. На самом деле, кто понял вопрос, тот его понял. Хорошо, ладно, Илюх, задавай. Бустеру. Смотри, Слава. Смотрю, Илюх. Мне не хочется очевидный. Ну, бля, мне как раз-таки... Уже, я могу... Просто вот если вникнуть в вопрос, смотри, вот другой. Зеленый, синий или красный? Я охуею его с вас просто. Илюх, слушай. Какие цвета нахуй? Ты шпион, Илюх? Подумай, блядь. Что значит зеленый цвет? Ну смотри, если он бы не был шпионом, он не стал бы такой вопрос задавать. Илюху, знаешь, я... Стой, я понял. Я понял, Илюху. Я не буду тебе отвечать на твой... Слава, шпион. А вопрос, я тебе просто отвечу. Посмотри на свою татуировку, блядь. И там будет ответ. Стой, хорошо. Слав, какой ответ? Ну давай, мне тоже интересно, чем... Хуёвый ответ, ребят. Но это не я. Ну да. Что, я не... Что, зеленый, что, красный или синий? Да. Блядь, я хуй знает. Пусть улетает, всё, давай. Вы ошибаетесь, блядь, сейчас шпион, блядь, радуется один. Обвинись. Блядь, я клянусь, вы ошибаетесь. Да я не понимаю вопроса, сука! Что, мне кажется, вы ошибаетесь, потому что не понимаю вопрос. Стоп, я понял, красное? Нет, обвиняйте, вы обвинили его? Нет, подтверждайте. Я сейчас спалю локу, я клянусь, сука. Да нет, блядь, кажется, хочешь, сука, спалю мотивацию? Это не он. Почему я сказал красное? Знаете, почему я красное сказал? Не голосуй, кто кто еще не проголосовал, скажи. Я не голосовал. Да вы прикалываете. Блядь, не сказать, почему красное, суки? Давай. Да сказать? Вопрос Арине. Давай, без проблем вопрос. Вопрос Арине. Че, дорожка, Слава? Илюха, ну да зря было. Да кикай ему уже. Да какой, бля, сейчас спалю вас, нахуй. Сейчас, тише. Почему не проголосуете за него? Я вам напикнул, блядь. Бля, почему вот пчелки хочет его кикнуть сразу? Блядь, да потому что там ответ 100% от Илюхи был. И Илюха давно не понял этого вопроса. Я тоже не понял. Я тебе потом объясню. Смотри, давай. Свет, пол или потолок? Я не знаю, если сейчас шпион не угадает локацию, это будет самый, блядь, глупый человек в мире просто. Да, плюсую, кстати. Шпион, если ты догадываешься, нажимай на локацию. А что ты не знаешь, что Лёх сам выглядит? Да, все правильно. Окей, у нас остается... Лёгкий, блядь, нажимай. Вопрос задавай, Рим. Я не буду, блядь. Ну, молодцы, ёп. Кто шпион? Я? Я же говорил, блядь, ну... Да потому что... А чё ты не ответил зелёный? Зелёнка, хромакей, зелёный. Красная, да. Типа рэк.
Редфорд! Что, блядь? Ты понял, рэк красный, Лёв. Дорожка, дорожка. Хромакей, блядь! Конечно, хромакей. Уже следующий вопрос. Стоп, подождите, а что? Киностудия, нахуй. Почему? Вы видели, что на киностудии было написано внизу звукооператор? Строго сказал бы. Да, да, смотрите, стойте. Я вам сейчас... Еще один момент. Еще один момент. Когда у вас под локацией написано еще что-то, это значит, что это вы. То есть вы можете вокруг своей персоны задавать вопрос. Ну, то есть, если у тебя, например, там был звукооператор... У нас одинаковый. У меня был звукооператор, а у вас что было? Они разные. Они разные. Они разные. Да. Можно я скажу лайфхак для шпионов? Если вы хотите кикнуть какую-то локацию, нажмите на нее, она кикнется. То есть так это не только у шпионов. Я она и так, смотри, это у всех. У нас были разные эти, блядь, долбоёбы. Да, 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 можно задавать вопросы. Знаешь, у меня был мойщик, нахуй, я тебе из-за этого воду задавал. А что, реально? Да. Да. Все разные, конечно. Можно задавать вопросы. А у кого был звукооператор? Ни у кого, только у тебя. Блядь, а я про это напряжение задавал, потому что у меня электрик был. Бля, ёбаный сон, Вы можете задавать вопрос, исходя из локации. Можете задавать вопрос, исходя из профессии на этой локации. Так а нахуя из своей профессии? Так это ж глупо. Мне кажется... Свои, да. Если у каждого другая профессия. Да. Так вот какая разница? На минут, ну, например, типа, на пляже не может быть электрика, правильно? Потому что на пляже может быть спасатель. Поэтому если на пляже у тебя спросят, я могу на этой локации починить свет? Ну, логично, что ты не сможешь на этой локации. На 6 минут. А давайте, Алексей Шпион, у нас время тянул. Хорошо. Арина, вопрос для вас. Чтобы оказаться в этом месте, вы должны сделать что-то особенное? Полететь на Марс. Ну, наверное, да. Что-то мне не нравится алексейский вопрос. Мне не нравится. Если я сейчас... А мне вопрос не нравится. Мне вопрос не нравится. Да, да. Киком Пчелкина. Мне нравится вопрос. Это что, нормальный вопрос? Так, ладно, не ссорьтесь, ребят. Охуенный вопрос. Не ссорьтесь. А кому-то нравится, кому-то нет. Лучше большой бюджет или маленький бюджет, нормально. 5 минут, ребят. Давайте, реально. Выбери оттенки. Яркие, красочные или мрачные, темные. Слушай... На этой картинке красочно. Бля, ну да. Нормально. Ну, короче, мапки, бустер нормальный, Арина тоже нормальная. А, хотя... Мапки? А мапки тут при чем? Потому что мапки сказал, что да, да. Наушники сделал, не, я просто локотюхи забрал. Слав, задавай. Илюхе. Илюх! Конец. Покер! Дурак. Ишак. Бубни. Черви. Я понял, о чем ты. Я понял, о чем. Бля, я забыл, как эта масть нахуй называется. А, ну, крестик. Бля, что-то, мне кажется, вопрос такой седа. Это слишком про... Это, ребята, это сейчас да опасно. Да тихо, не придавай этому значения. Давай. Просто нужно вот этому посолить, да. Серёха, хуярь. Я вопрос в магии. А, я, смотри. Я просто не придумал, блядь. Смотри, эта локация чаще встречается закрытая или открытая? Я отвечаю? Да. Не, Лёха 100% красный, не парьтесь. Ну, на самом деле, тут нельзя ответить, но давай будет открытое. Я думаю, что вы все поняли, если... Ну, все, давайте погнали. Окей, я задаю next вопрос. Охуенный вопрос. Next. Я не обязательно его задавать, можно задавать, чтобы 100% убедиться. Важно ли закрывать окна в этой локации? Блять, вы можете понимать, как хотите. Нет, да, да, кстати, да. Это вы просто задаете всегда вопрос по локации. Да, тут можно просто задать. А вы все время, то у вас три каких-то... Так хватит обсуждать. Да все, я понимаю. Там, как мне ответить так, чтобы, блядь, не помочь никому? Ну, обязательно или нет закрывать окна? Не обязательно, их там нет, блядь.
Ну, так не стоит, чтобы помочь! Если бы я так не сказал, вы думали, что я сбил его. Нет! Давай, проверяй, блядь. Давай. Нужно ли в эту локацию приглашение? Бля, ну, если так подумать, то да. Правильно. Давай, я задаю, блядь. Я такой вопрос задаю, как у магии, нахуй. Кузнечки принёс! Могу ли я там, блядь? Кто шпион? Сука. Опять я. Бля, заебала эта Арина, ёбаная, блядь. Извини, Ариф. Бля, как вы так угадываете? Там же очень много чего. Там, да, там, да, конечно, когда Бустер сказал про крести, тут как бы немного было вариантов. Ну я затупил, блядь. Я не придумал, хотя сразу начинайте времени, хватает времени. Давай, да. Давай, давай. Крести, блядь. Давай, 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 давай. В этом месте можно купить себе покушать? Да. Ну, окей. Ну, правильно. Ну давай, давай дальше. Next, строго. Самурай, это открытое помещение или закрытое? Так оно частично... Ну, вообще закрытое, короче. Вопрос мапки. Важно ли в этом месте соблюдать... И те или иные правила? Ну да. Понятно, да? Спалился нахуй! Ой, блядь, я нахуй им помог. Это не самурай. Да, да, ваш. Давай дальше. Дальше так. Костя, знаешь, что я здесь спрошу? Могу ли я там нахуй позагорать? Я думаю, нет. А что, думаю? Ну ладно, давай идем. Окей, вопрос. Что-то не уверен, блин. Что ты выберешь? Асфальт, траву, либо... Да, мужики, это нори, охуенно вкусно. А? Это меня спрашивают или кого? Да, сходи. Еще раз повторивай, что... Асфальт, трава, либо ковер. Асфальт, трава, ковер. Асфальт. Просто надо будет опять взять IP. Не IP, а вот это... Реально хуй знает. Ну да, типа, тут есть несколько вариантов просто. Да, да, да. Окей, я задаю вопрос. Можно ли причинить в этой локации какую-то физическую боль кому-то? Как во всех локациях можно причинить физическую? Не, ну разрешено или нет? А где тебе разрешено? Слышь, физическую боль? Я, блядь, ты охуел, блядь, Магомед Сэль, блядь. Где разрешено? Нигде не разрешено. Блядь, ну... Я понял, к чему ты ведешь. Я понял, Магомед. Сейчас такая... Пиздец, ну давайте еще 10 раз повторять. Стоп! Стоп, стоп! Я не шпион. Хорошо, можно, можно. Хорошо, давай, Илюх. Можно? Блядь, вопрос нахуй не придумал. На четвертый раз шпион, или что, я понять не могу. Бля, давайте проголосуем, а? Давайте за Арину. Нет, стоп, дайте вопрос, давай, не торопитесь. Надо один круг 100% проходить. Хорошо, блядь, в этой локации можно найти друзей? Да. Арин, в этой локации тебя могут отъебать? Да, блядь, так и знал! Я прям ждала этого. А самурай не смеется, нахуй! Шпион нашел локацию, кто это? Давайте проголосуем, давайте самурая. Кто? Самурай не смеется, сидит! Я угадал уже локацию. Бля! Все, Илюха, Илюха. Так это не я, мапки соси. Да я думал, ты, блядь, не понял, нахуй, потому что у тебя локация. Бустер, ты уже третий. Ну я не смог промолчать, блядь! Подожди, подожди, Илюх, тебе как-то помогло то, что Ариняна ответила бы да? Конечно! Да. Ну, мне про траву помогло и про боль. Я придумал, типа, думаю, в воинской части, типа, и серии наказывают за что-то. Типа, я потом понял, к чему ты клонишь. Ну, типа, ну Ариньян тут ни при чем. Я подумал про больницу. Я подумал про больницу, типа, то, что там боль то могут нанести. Это я виновата, да? То есть это не... Не-не-не, просто... У нас следующее, Ариньян, ты виновата, блядь. Надо бы сказать нет, блядь. А теперь все солдатики страны, блядь. Так, я задаю вопрос, Арин, задаю тебе вопрос. Меня в этой локации можно выебать? Арин, ты сама задала себе вопрос, можно или нет? Вообще-то, типа, это реально к любой локации можно сказать, да, блядь. Подождите, стойте, нет, не к любой. Где Арину не могут выебать, скажи? Ну, стойте, типа... Нет, подождите, если проводить параллель с тем, что, типа, в каждой локации есть туалет, то везде, да, можно. Но, типа, вот если просто мы... Разрешено или нет, да? Вот, типа, вот то, что мы просто видим локацию... В базе террористов, блядь. Арин, можно или нет? Блядь, челлендж, блядь, отцепка. Не, лучше... Стойте, стойте. Нельзя. Нельзя? Нельзя. Ну, все, по-моему. Все, по-моему, все. Что, нельзя тут Арину выебать? Да, голосовать. В смысле нельзя? Да, не выгоняй. Тут нужно, нахуй. Не-не-не, стоп-стоп. Может быть, она может, чтобы запутать. Тут нужно, блядь. Да какой запутать, блядь? Она не говорит. Зачем запутать, когда это ко всему подходит? Да как это нельзя?
Мы угадали? Нет. Как все... нельзя, да. Да ее не обвинили, ее не обвинили. Обвиняйте. Я не голосовал. Почему нас заставили вопрос? Зачем задавать, когда это прям очевидно? Да, уже очевидно. Кликай, блядь, строгай бустер, нажмите на кнопку. Вопрос. Я перебила пчелку. Кликните его. Строгай. Что я не шпион. Ладно, хорошо, Арин, задавай вопрос Славе. Давай, задай мне очевидный вопрос. Давай, мы на тебя не будем обижаться, если ты сейчас спалишь локацию. Мне вообще плохо, Арин. Просто обоснуй, почему там тебя нельзя выебать. Согласен. Все, тише, тише, тише. Давай, Арин. Слав, ты разбираешься в фильмах Тарантино? Да. А, снимал ли Тарантино фильм, связанный с этим местом? Я загуглю. Да в смысле? Ну, бля, ну... Мне кажется, где только Тарантино фильмы не снимал, блядь. Что такое Тарантино? Ну, это такой себе вопрос. Нет, подожди, ты имеешь что, типа, есть эта локация в названии? Нормально. Ну, фильм. Вообще фильм, как бы там. Действие. Да по-любому есть. Да, блядь, есть. Да пусть будет, но нормально. Вопрос, который шпиону, шпиону не дает дальше. Ебать, я пропал! Я не знаю. Хорошо. My bad. Хорошо. Ой, как же Арина парится, голос. Есть локация. Есть. Есть. Во всех странах, городах и местах. Да. Угу. Дальше. Это локация. Локация. Не, давай так. Давай американскую так. Историю уже смотрел? Нет. Я только про цирк. Ну иди смотри, блядь, мы тебя подождем здесь. 9 сезонов? Ну я не помню там. Ладно, хорошо. Бля, как-то я боюсь, что какой-то опять вопрос задам, бля, который все спалят. У меня уже есть такой креативный вопрос, прикольный, блядь. Давай, давай, ебашь. Да, я сейчас заебашу, блядь. Хочешь? Так, главное, чтобы вопросы посмеялись. Давай, ебашь. Ебашь давай, нахуй. Есть русский сериал с названием «Эти локации»? Пиздец, нахуя? Блядь, креативный вопрос, Слава. Я не припоминаю, нахуй, серьезно. Какой вопрос еще раз? Кикай Милюху, нахуй. Я не припоминаю, но серьезно, ну, блядь, вылетел, нахуй. Давай, вылетел нахуй. Из головы, вы что, ебанули? Не-не-не. Да, блядь, вы что, хуйню несете, но я не помню, блядь. Илья, задай какой... вопрос. Илья, какой вопрос еще раз? Я не верю, Илюха, что ты не помнишь. Если блядь, русский ну реально сериал, не помню, нахуй. Я не помню, блядь. Не помню. Я вам серьезно говорю, не помню. Давай, давай, задавай быстрее. Хватит тянуть. Задавай. Спасибо. Ну, Илья, возможно, есть. Но если такое очевидно, значит, есть, блядь. Ну, задавай, задавай, задавай. В этой локации можно снять фильм ужасов? Да. О, нормальный, кстати, вопрос. Почему? Да, везде можно снять. Не-не-нет, если Илюха не шпион, то это нормальный вопрос. Да, это нормальный вопрос, я тоже понял. Если шпион? То все равно нормально. А я не понял. Мага, давай. Так, а как он ответил, да? Да. Так, окей, бля, ну я хуй знает, что спрашивать на самом деле. Слава, тебе в личку написал то, что ты не понял. Думал, над локацией, которую угадать, да? ВК, братан? Нет, Дискорд. Бля, пиши ВК, пожалуйста, я просто... Блядь. ППС просил на вебке. О, с возвращением. Мага. Лёш, ты про Тарантино? Бля, не знаю, что спросить, что я думаю. Сейчас Арина напишу. А, да? Да. Ну ты подумай, подожди. Окей, в этой локации могут находиться только сотрудники? Да, да. Не, я не про это. Не, я про Илюху, потому что Илюха спросил про это. Подожди. А мне напиши, Арина, я не понял. Кому я задаю? Я просто так и не понял, что смотреть. Ну, еще раз вопрос, повтори, не услышу. В этой локации могут только сотрудники находиться или нет? Нет. Ага, дальше. Мапки. Да. Нужно ли образование, чтобы работать в этой локации? Да. А... Ну, для определенной там смотря работы, кем. Да. Ну, да, смотря кем. Хорошо, кем. Хорошо. Если ты идешь туда... Красиво, ты его. Это самурай. Все, не объясняй, не объясняй, не объясняй. Короче... Тихо, да, я подумаю... Бать самурай орёт, кстати, всю игру, блядь. Порточка вообще нахуй не закрывается, блядь. У него да, давай... наушники тянутся. Не беда, он сейчас бедолаг задушит его нахуй. Убери провод, переверни наушники. Самурай. А? Могут ли в этой локации присутствовать животные? Такие как самурай, бля? Если самурай туда поедет. Да? Слишком много думал на самом деле. Хорошо, следующий вопрос, самурай. Давай. Пустят ли... человека с доставкой еды туда, в это место.
Бля. Ну, это нормально, но, кстати, не... Ну... Да, ешь, ну... Да, да, скорее всего, да. Ну, спасибо, Марк. Смотря... Сейчас... Марк, что ты подсказываешь? Где ты взял? Я случайно, автоматом. Я думаю, что... Да, блядь, хули! Чё FPS садится? Давай, давай. Да, кстати, мне тоже ты лагаешь очень сильно. Все лагают. Бля, а я не знаю, какой вопрос задать. Все лагают тут. Все ГГ. Дайте сервак. А, тогда дай локус меню просто. Вы удалили? Ой, алло. На Европу. Любой вопрос, блядь. Ты сменил на Европу? Ну, блядь, мы время проебываем. Строго, я понимаю. Бля, я не знаю. Ну, любой вопрос задай, давай, строго. Можем строго пробовать обвинить? Строго, спрашивай. Ебать, я теряюсь. Попался, да? Нет, строго, давай, давай строго. Пробуем строго. Пробуем строго. Пробуем строго стрелять. Давайте я задам такой вопрос. А потолок... Где-то я это слышал, дядь. Потолок, свет, либо пол, блядь. Пробуйте строго. Слушайте, стекла, двери или стулья? Блядь, кикаем, кикайте, кикайте. Я-то лагаю, блядь. Стекла, двери... Пошел отсюда. Хорошо. Ну проголосуйте, блядь, один раз проголосуйте. Я проголосовал. Костич, бустер. Бустер. Нажми на кнопку. Проголосовал. Победа! В смысле? Ты шпион? Ура! Мы кикнули строго. Ты шпион был? Победу, Валера! Валера был, гнида! Да. Да ёп. Вот сука, блядь, шакал ёб. Я говорил про Аркадия Леонова, он так и не понял нам. А я не смотрел, я не знаю, что это за сериал. Ну ты слышал же его? Нет. А кто такой Валера? Я выиграл. Вы кикнули строго, а я даже... Давай, Зар. Я не понимаю, у меня камера лагает или Дискорд? Дискорд. Да, проверим, если случится. Бля, строго, когда ты говорил насчет стульев и так далее. Окей, я спрашиваю. Я спрашиваю у строго. Окна, ну да, типа... я не знал, что задать просто. Я не знал, вы на меня давили, я думаю, ну, бля, ну в отеле дохуя дверей. Строго, это локация в помещении или нет? У меня, блядь, не перезапустили. Смотрите, а мне ничего не написано. Так, да, у нас чел вышел, у нас Сава вышел еще. Я не вышел. Ёбаный снич. А что, вы меня хотите видеть, да, в эту игру надо видеть? Да. Ну, если хочешь, то нет. Ну, похуй. Строго, слышишь? Нет, сейчас вырублю. Помещение или нет? Да. У нас нет локи, у меня нет локации. Так, значит, ты шпион, братанчик, блядь. А, так все, игра закончилась, мужики. Ну как мужики? А, да. Что? Давайте, давайте второй пул локации, давайте второй пул локации. Паста 200 гривен, что так дорого, нахуй. Идите пизду. А может похуй на это обнуление, кажется, мы же все для себя играем. Просто я могу сразу запустить. Все, погнали. Давай. Все, Катюх, ты поняла, как играть? Да. А где локации? Так я же играла, давай. Зарк, давай, на вас остановились, давайте. В смысле, на мне. Сделай Катю тише, но не дай мне. Но мы не так и не сделали круг с вас, когда Илюха ушел. Ладно, сейчас приду. Окей, базар пойду Катюхе скажу. Давайте начинать уже. Давайте. Локация буду. Находится в помещении или нет? Строго. Ты мне задаешь? Это очень тупой вопрос, Зарк. Нет, не в помещении. Хорошо. Самурай. На этой локации есть? А что ты пришел? Поцеловать. Поцеловать? Ну, конечно. Это как-то странно. Потише микрофон сделать, блядь. Так вот ты можешь у меня, у себя выкрутить. Зачем? Если у тебя, вот ты у всех же орешь. Строго. Чтобы пройти в эту локацию, нужно заплатить? Голосистая, блядь. Ты мне мог рассказать о своем? Полина Гагарина, блядь. Ты не подсказал. Мапхи. Да. Будь здоров. Что ты? А мне вопрос долбишь там? Нет. Сложно очень. Сейчас скажу. Извиняюсь. Чтобы работать там, обязательно ли нужно образование? Заебал. Мой вопрос пиздил. Ну, да какая разница? Бля, до сих пор отойти не могу. Как же смачно посрал. Если честно, не знаю, но мне кажется, нет. Очень хорошо. Да? Что? Хорошо. Не, бля, я не знаю. Сука! Нет! Задай вопрос, задай вопрос. Да, можно загуглить? В смысле нет? Задай вопрос. Да нет, задавай вопрос. Да нет, да все, мы верим тебе, давай. Так кто кому? Могу ли я там купить еды? Да, можешь. Кому бан, я никого не целовал, ебнусь. Вопрос Магомедычу. Магомедыч? Нужен ли билет, чтобы туда прийти? Да. Так спрашивал уже это. Или нет? Нет, да, я не спрашивал. Разве про билет? Да. Да, спрошу. Ну а какая? Трусы, какие трусы, блин? Ну хорошо, переспроси, пожалуйста. Окей, давайте переспрошу. Как пури по вам придумаю? Лейк. Сука. Пуси и лейк. Смотри вокруг. Озеро кисок, блядь.
Косточ спалился, да? Ну, а не, Мадайвер... наоборот, Косточ, наоборот, уже показал, что нормально. Типа, когда но он переспросил, типа, хз. Бля, я не могу придумать, просто дайте секунду. О, это локация всесезонная? Вот такой вопрос. Бля, я хз, честно. Я тоже, кстати, не знаю. Я тоже, блядь. Ну, я не буду отвечать, я не знаю точно. Ну, как тебе кажется? Типа, ну... Вот ну, по твоему по логике, по да, логике, по идее, да. должна быть, ну, если я сейчас начну объяснять, что там именно должно ну, быть. Ну, я понял, да, я понял. Окей. То я дам жесткую подсказку. Ладно. Окей. Окей, я задаю вопрос. Ну, типа, ты считаешь, что она всесезонная? Не, я наоборот считаю... В определенное время работает. Ну, я если скажу, я скажу, для кого как, вот так. Ага, вот. Если вы поймете, то поймете. Угу. Я что, подсказку не давать? Типа, поймете, ты поймете. Ой, ладно. Короче, кому я задаю вопрос? Катю. Катюхе. Нужно ли быть, не знаю, с осторожностью находиться на этой локации? Да. Окей. Красиво сказал. Бустер и жопа не мыта. Мне вообще похуй, я сру, блядь, сколько хочу, и, блядь, не могу. Может ли на этой локации присутствовать огромное количество человек одновременно? Это огромный хуй, блядь. Ну, может, конечно. Можно ли срать? Слушай, ну... Огромное. Ну, большое. Конечно, может, блядь. Ясен хуй. Так, мой вопрос. На этой локации можно спортом заниматься? Нет. Понятно, пиздай. Так-то можно, можно, вообще-то можно. Ну... На нахуя, блядь, ты идешь туда спортом заниматься? Ну, типа, она не... Это не основная ее цель, так скажем. Неважно, пизда. Да везде тогда можно. Да Арин, нет, вопрос. На самом деле нельзя там заниматься нет, спортом. Нет. Хорошо, Арин, твой вопрос. Мой вопрос. Могут ли в этой локации находиться животные? Какие? Ну, домашние. Ну, типа... Это все зависит от локации, от ее правил. Ну, типа, может быть, в некоторых могут. Ну, типа, наверное, это зависит от правил. Просто иногда я, когда я был, типа, я видел. Смотрите. Мы можем проголосовать? Не, стоп. Либо Пчелкин так сказал, чтобы не дать жесткую подсказку. Не, ты сейчас ему сам даешь подсказку. Я не думаю, что Пчелкин додумался бы. В смысле додумался? На так ничего просто. Тут вопрос, кто именно из них шпион. Обвиняйте, нажимайте. Обвиняем. Да, да. Ариня не нажала, понятно. Ну нахуй. Там локация зоопарк была, блядь. Значение, слышишь? Ну я там был, я там видел, говорит, животных. Ну вообще, как бы, а что это было? Охуенный зоопарк без животных, блядь. А, блин, а я думал, это парк развлечений, поняли? Ну типа максимально близко. Максимально близко. Ну в зависимости от правил, говорит, блядь. Так, окей, go next. Тупо собака побежала. С Алексея начинаем. Давай. Хорошо. В этом месте... Вот так сейчас спрошу. Типа, в этом месте происходит большое количество абсурда? Нормально вопрос. А кого спрашивают? Арину. Ой, какой вопрос. Еще раз. В этом месте происходит... Я просто такой, что мне ответил. В этом тоже. Месте происходит большое количество здорово, абсурда. Фу, это абсурд. Здорово, Диман. Диманчик. Ну, сладенький где-то мой. Да, пенис где-то звали. Нет. Вот. Зависит от локации. Попалась, блядь. Выгоняйте нахуй. Пиздай. Пиздай, блядь. Я тебя просто спрошу. Где-то да, где-то нет. Ладно, давай, спрашивай, Арин. У Славы. Нахуй, выгоняйте. Слава, в этой локации. Допустим. В этой локации может висеть портрет какого-нибудь человека? Ну, конечно, нет, блядь. Ты чё, ёбаный сыр, блядь? Арин. Забери свой вопрос обратно, блядь. Арин, зачем ты задал такой вопрос? Не, стоп. Что такого? Бля. Нет, не может. Хотя, не да. может? Нет, не может. Нет, не может. Нет, пойди. Стоп. Да стоп! Все нормально. Не может, блядь. Не может. Вы че, какой нахуй портрет, блядь? Да не может. Да мы знаем, что все нормально. Нам посмеяться нельзя. Давай, Слав, задавай. А в этой локации... Я думаю, что и так все понятно. В этой локации можно, блядь, фисташки похрумкать, блядь? Это мне? Да. Нет, сам себе. Нельзя? Нет.
Ну, правильно, правильно. Понятно, попалось, ебать, пиздай. Бля, мне кажется, что это бустер, и он случайно так, и потом... Да. Мне кажется, да, и он спал. Не, ну типа, я бы попробовал. Голосуйте. В круг пойдем. Давай. Кулаки, блядь, застойте. Блядь, я сейчас молю локацию шпиону, блядь. Уберите нахуй пальцы. Уберите, блядь. Я не голосую. Давайте круг дойдем, сука. Да, давайте круг. Да шпион догадаться уже может. Быстрее. Давай, Маня. Чуваки, ой, Катя. Катя. Если там что-то такое, Диман, необыкновенное, что ты не можешь встретить в другом месте. Понятно. А кому вопрос задают? Другой локации, которая... А, что? Давай. Можешь ли ты найти в этой локации что-то такое, чего ты не можешь найти в других локациях? Да, могу. Отлично. Окей, я задаю вопрос. Строго, спасибо, что удалил ссылку, брат. Могу я кому-то подойти и Свертухана прописать там? Кому я задаю, я не знаю, правда, я просто не вижу, как вы это смотрите. Свертухана прописать? Да. Че за вопрос, ну? В смысле? Больше 10 чатиков не может? Чтобы быстро скипнуть, чтобы это снизить. Окей, давай. Ну нет. Или да, блядь. Да повсюду можно. Бля, косточек кикаем. В смысле, это очевидный вопрос. А ну, задай ты. Давай, задай палевный вопрос, палевный. Имеет ли эта локация какой-то особый смысл? Я пришел туда, чтобы... Че? Я понял. Я пришел туда, чтобы... Не, ну так можно в любую локацию сказать, типа, в любая локация имеет смысл. Я пришел туда, чтобы... Ой, блядь, уши, самурай, не ори, бля. Не, ну подожди, ну типа... Чтобы... Блядь, я вот что делаю, смотри. Это человек. Ну имеет смысл мапки эта локация? Имеет смысл, особый какой-то смысл. Ну да, да. Пистак, мапки, ваш вопрос. Мапки, ваш вопрос, быстрее. Окей, самурай, могу я там потрахаться вообще жестко прям? Бля, одни и те же вопросы. Я скипаю просто, чтобы... Потрахаться жестко, блядь. Потому что мне кажется, понятно, что... Самурай, может ли он? Не можешь. Мапки, тебе бы хоть где-нибудь потрахаться уже. Давай. А ты можешь там посрать, блядь? А? Посрать можешь там? Конечно. Или же посрать, блядь, слышь, помет ебаный, блядь. Ну, давай, да, окей, строго, давай. Давай, Костыч или бустер, давайте. Это бустер. Я могу украсниться. Давай, строго. Я не знаю. Зарк, там есть животные? Нет. Все правильно, окей. Молодцов, давай. Хорошо держишь. Зарк, окей, для меня. Я тебя спрашиваю, такой вопрос. Охуенные физашки. Блять. Так без меня все не съешь, опять там, вопрос, там ты больше я уже съел. Сидишь как бы что или ходишь? Съел, я себе их брал. Что еще раз? Ты больше сидишь или ходишь? Я вижу, что ты... Я понимаю, что ты видишь на картинке, но на картинке... Зачем? Все. Ну типа... Ой, бля. Ну типа... Я не с картинки. Хорошо. Выгоняйте нахуй Костыча. Хорошо, я понял. Короче, можно... Быстрее мне вопрос, если отвечаю, мы меняем Костыча. На, блядь. Да, давай быстрее. На, блядь. Сука! Это я был, блядь. Самурай? Кто? Да. А, ну мы вообще в него не попадали. Мы а вообще... долго-то чё? Мы вообще в него не попадали. Хоть вопрос был? Я так-то долго тупил, типа... А что мне самурай задал? Я не помню. Посрать сходить? Бля, подождите, чуваки, а шпион может по 10 раз что-то тыкать или чё? Я вот... У меня, блядь, пока... Не, если ты мяснул, по-моему, шпион не нашёл локацию. Не, у него время есть, 8 минут. Если он за 8 минут не успевает, или его рассекречивает, то всё как бы... Я чего-то не понимаю, если у него всего одна попытка, как четвёртый раз... Ты сколько раз ткнул, самурай? Один раз просто. Четвертый раз подряд у нас с первого раза на какую-то локацию, пиздец. Так вы сказали, кто сказал про картину, а сейчас Пчелкин сказал, что ходить можно и типа ну, на да, картину про смотреть. Картину, да. Это очень не, жестко. Не, это слишком очевидно было, Бартанчик. Ладно, как дальше, не угадать, дальше. Ебать. Про картину, да. Ох, ебать, здесь хапчик, бля, как на фигите. Что опять съешь? Что опять съешь? Опять конфеты? Мармеладки! Арина. На этой локации. Ладно. Я портовая шлюха. На этой локации о, может что быть... Что это, касатки, бля, орут? Слышу! Это чел дрифтует. Да, это, да, как будто кто-то задрифтил. Там дрифтует кто-то. На этой локации могут быть... Понятно, Пчелкин этот. Не-не-не, сейчас я просто пытаюсь правильно сказать. Как? Я замучен был.
Это ты. Хорошо, хорошо, ладно, спрошу так. Арина, ты была на этой локации? Ну да. Портовые проститутки, бля, вообще идеально подходят, бля. Конечно, была, ёлка. Часто ты бываешь на этой локации? Частенько, бля, пиздуй на рыжу, бля. Не-не-не. Хорошо. Не-не-не. Слав, на этой локации можно рисовать? Да. Ясно. Не, ну подожди. Копашку уебков, блядь. Если сейчас он найду фрагмент на ютубе, где дрифтят в этом месте, блядь. Слава, задавай, Слава, задавай. На самом деле, по-моему, это Арина. По-моему, это Арина шпион. Подожди, подожди, Слава, задавай. Не, ну, дай пусть Слава задавай. Логисты работают в этой локации? Ой, блядь. Логисты. Ты кто нахуй? Не, не, нормальный вопрос. Да, он да, я тоже не понимаю, что. Логисты нормальный вопрос. Кто? Кто это за люди? Если вы не знаете, понятно, какие логисты... Понятно, попалось, бля. Если вы не знаете, какие логисты, бля, то образование, бля, получаем, но... Все, не объясняйте, не объясняйте. Кать, логисты работают на этой локации? А, это мне вопрос? Да. Ну да, да, работают. Угу, тебе ну, твой я так понимаю, Кать, что... Кать, сделала вид, что, знаешь, не поняла, что тебе вопрос, в этот момент гуглил, что такое логисты, бля. Ты че, прикалываешься в баню? В баню не бля. Я в бане сегодня был, топ, Слава. А, вы сходили в аквапарк? В аквапарк, да, мы уходили сегодня. Так, после ладно. В бане, сейчас. Окей. Можно ли там... В Марионе? Пчелкин. Можно ли... Сейчас. Там, да. Туда заехать. На автомобиле. Карибия маленькие же. Можно ли? Знаю, можно ли там быть на автомобиле? Автомобиль, автомобиль, автомобиль. Мага. Тебе вопрос. Я говорю, автомобиль-то может быть? Ну, вообще припарковаться, по идее, можно, да? Я хуй знаю. Ну, вот я спрашиваю, можно ли? Не, ну, по идее, да, может. Да, да, где-то рядом может. Братанчик, ну, если там дрифтовать можно, я тебе хуй подумаю. Где-то рядом. Дрифтовать. Где-то рядом. Ну, прям там ты не будешь же дрифтовать, там нельзя. Я тебе решил. Не, ну, слушай. Так я не про дрифт, я про... Да не-не-не, все-все-все, спросили, ответил, мага. Мага. Задавай. Бля... Диман, как сейчас чувствуешь, братан? Мужики, Диман приболел. Ну, согласен. Бля, я тоже не знаю, что задать просто. Я хуй знает. Либо просто локация такая, она спорная. Согласен. Попробуй от профессии от своей пойти, что написано под. Меня пизда пизда. У меня тоже. Прям такая же? Интересно, у вас такая же, как у меня просто тоже пиздецкая профессия. У меня тоже пиздецкая. А у меня отличная профессия. А у кого нету ее, слышите? У кого профессии нет? Пересчитайте. Строго. Кому я задаю вопрос? Давайте все вместе скажем, на какую букву у нас профессия, скажите. Давай. Н. На К. У меня на П. На К? У меня тоже на К. У меня на Н, нахуй. У меня на К. А у меня на Э. Не-не, так нельзя задавать вопрос, потому что у шпиона ее нет. Ну, типа, как шпион? На, да, да, на П! Окей, давай, Мага, пробуй, пробуй, три минуты, давай. Кому я вопрос задаю, кому я вопрос задаю? Ты Костя. А важен ли вообще осмотр, ну, типа, кто посещает данную локацию и так далее? Да. Да, все, окей, next. Окей, мамки, вопрос. Вопрос такой, мамки. Важен ли климат для работы этой локации? Спасибо тебе за субскруп на бустера, да, спасибо. Брат, спасибо за шапку. Ну, задавай вопрос, мамки. Давай. Климат? Андробой, разве? Просим, ну, типа, если погода не летная, нахуй. Ну... Бля, мне кажется, что Ариньян шпион. Не, подожди. Ариньян. Давай быстрее, круг. Сука, я не знаю, как просто... Смотри, я там... Знаешь, что я там могу сделать? Я там могу вообще это... Всё, подрочить. Не переживай. Да я не знаю, что задать просто. А может, Костыч, не? Давай просто проскипай вопрос, проскипай. Давай, я могу там поспать. Поспать? Не можешь ты там поспать. Строго. А. Ну такое. Где? Строго, там этот. Чувачки живут, но люди могут жить на этом месте. Че? Не могут поспать, но могут ли жить? Я чего-то. Стой. Ну просто жить там могут. Да, ответь просто. Просто ответь. Да, наверное, да. Ну как они там будут жить, блядь, не спав нахуй?
Не, подождите, там реально могут люди жить. Не, могут. Ну, самураи там не могут спать. Он сказал, что он не могут спать. Да, самураи выгоняем нахуй. А время 2 минуты уже, алло. Давай, спрашивай, строго. Попался, уебас, смотреть на улыбку хитрый. Давай, лягушонок ебаный, блядь, попался, сука, блядь. Конченый дрич, кикай, давай. Говорит, конченый дрич, блядь. Давайте, минута, минута. Строго спрашивай. Бля, я не знаю. Спроси, ты в шапке или нет, любой. Давайте, либо у самурая спросим, либо у Арины. Ты в очках? Да, у Арины, у Арины. Давай у Арины, да. Строго должен... Нет, у меня он должен спросить, а я потом смогу уже спрашивать. Да, я могу спросить. Давай, там на этой локации есть окна? Окна? Боже, что за... Нет, ну типа именно на ней нет. Ебать, ты к окнам прилибался. Хорошо. Так, за кому задаем? Вас самураю? Просто пакеты устанавливают, блядь. Кого проверяем? Быстрее. Либо Аринян. Аринян. И Аринян пусть самураю задает вопрос. Если не знаю, что Арина. Арина. На этой локации... А, хорошо, ваши вопросы. Выбери цвет этой локации. Красный, коричневый, синий. Синий. Хорошо, задавай быстрее самураю. Мне вопрос давай. А, самурай, на в этой локации может встретиться вот коронавирус? Ну это Костя, просто везде может встретиться. Да. Арину. Бля, Арину, давайте Арину, нет. Арину. Я не знаю, кто. Арину! Нет, да почему? Она сказала синий, нет. Так любой бы сказал синий. Она могла угадать, какой нахуй коричневый, что это, завод говна, блядь? У нас время кончается. Кикните. Давай Костыча, может Костыча? Может быть Зарка лучше? Самурай. Мне кажется Костыч. Почему меня? Или Зарк самурай. Не, ладно, Зарк, бля, я бы забыл. Да стоп, просто это самурай. Шпион, ты можешь выбрать? Шпион, блядь, угадывай локацию уже, нахуй. Да похуй, 7 секунд ждем, блядь. Нашел ты его! Ну почему вы, блядь, не кикайте, сука? Это ты, Арина. Я тоже. Да, очевидно. Очевидно, Арина. Короче, синим просто, вот я вообще хуй знаю, что... Я тоже угадывал синий, блядь. Блядь, вы почему не кикнули на... Блядь, давайте профессионально играть, мы время тратим, мы вообще, у нас даже круг не успеваем, нахуй. Давайте все полетели быстро. Зарк, начинай, Зарк. Давай, Зарк. Ебать, у тебя жиру охуенно. Все, все, не отвлекаем. У нас времени реально не хватает. Давайте сразу начнем. Давай, поехали. Блядь, не цвет просто. Хороший, Арин, хороший. Так, все. Не, я бы выбрал стадион, если бы вы... Да, давай, Зарк, задавай уже. Я вопрос, задавай нахуй, я перебиваю, завалите. Так, короче, на этой локации люди работают в большинстве своем с образованием или без? Без, наверное. Не, нормальный ответ, я понял. Next. Давай. Этих отметаем. Нужна специальная форма для этой работы? Да. Этого тоже. Мапки, короче, основная деятельность на этом месте — это отдых. А СМРчик пошел. Его тоже. Так, что спросить? Костя, ты знаешь, что... Че, подожди. Могу ли... Писька встала, бля, колитесь. Можно нахуй ли там... Кать, ты шпион? Почему? Бля. Чё за дэк? Это типа один из вопросов? Нет. Можно ли там... Ну, мапки. Подожди. Бля. Всё. Скажи просто посрать. Бля, без рофла. Потанцевать, нахуй. Ну, повсюду можно. Ну почему опять мы начинаем такие вопросы? Вопрос задавать? Вопрос, окей. Я не знаю, что дать. Не. Вот насчет повсюду можно, это такой себе ответ на самом деле. Ну ты ответь, тут можно? Ну да. Типа не то, что можно, а, блядь. Нужно, блин. Не знаю, как спросить. Основная деятельность. Предназначена ли эта площадка для танцев? Да. Нет, не предназначена. Вот, да. Так вот вопрос вообще, Алексей, спасибо нахуй. Пожалуйста. Заебали. Окей, вопрос для многих. Можно ли там развести огонь? Да. Давай быстрее, Маня. У тебя вопрос, возможно, могут ли тебе какие-то там физические объекты нанести какой-то ущерб? Или нет? Здоров. Это Катя. А, это мне? Да, это вопрос для вас. Да. Еще раз, что простите, ребят, могут ли такое, блядь, безобразие, я быдло. Ущерб? Да, могут. Угу. Вопросов нет, какие, Катюх? Куда Вадя уехал, ребят? Если ты хочешь там работать, должен ли ты подписывать какие-то документы? Документы какие-то. А, если там работа, мне надо подписывать такие документы? Да. Ну, да. Кому-то надо, кому-то нет.
Угу, дальше. А, вопрос Карине. Там больше работает мужчин или женщин? Мужчин. Мапки детектив, посмотрите на него. Мапки просто вынючивает на запах пизды, у кого очко трясется, бля, он сразу, бля. Эль Кюльпуару. Вопрос Карине, бля, Арине. Арин, вопрос. Ну, сказал, мужчины. Не, ну, по одной части права. Ну, да, все правильно. Она молодец. У этой локации... Ну, ей пизда, блядь. Ебать, я зажру нахуй, одну за одной покушу. В этой локации шумно. Чё ты хаваешь? Тише. Что еще раз? В этой локации шумно? Да, в этой локации шумно. Довольно таки. Так, я задаю Зарку вопрос. Зарк. Если на эту локацию... Вкусно еще голова. Если на эту локацию придет неподготовленный человек... Сможет ли он на этой локации выполнять то, что делают все? Ну, то, что прям все делать не сможет, но то, что большинство делать сможет. Задай мне вопрос. Блин. Тебе вопрос, Мага? Короче, Зар красный. Окей, задай мне вопрос. Окей, Мага, там присутствуют какие-то престарелые люди, там, допустим, бабушки? Нет. Строго вопрос задай. Так, стойте, Мага, стой. У нас немного, у нас немного времени, поэтому надо выбирать правильного человека. Подумай, что... И либо Костыч плохо ответил, либо Костыч плохо, либо... Не знаю. Мне тоже Костыч не понравился. Ну, не Катя и Счастливый понравился. Ну, хорошо, давай, задавай. Кать, если сейчас отвечаешь... Задаешь Костычу. Давай. Окей, давай. Вот, убери лишний цвет. Оранжевый, зеленый или фиолетовый? Фиолетовый. Хорошо. Задавай Костычу. Так, Костыч. Какой якобы вопрос? Ой, блядь, я его неправильно задал. Сейчас подумаю. А можно перефразировать, или это уже поздно? Уже все. Уже все, она уже ответила. Сейчас я подумаю, сейчас, секунду. Ебать, я пропал. Он вопрос неправильно задал. Смотри, земля, небо, под землей, что выберешь? Что выберу под землей? Земля, небо, под землей. Земля. Я делаю молча одно действие. На самом деле выбирал. Земля, хорошо. Я бы Костыча кикал. А я Катюху бы кикал. А зачем Катюху? Мы присоединяемся. Еще хороший вопрос, мне кажется. Смотрите, под землей. Да. Смотрите, смотрите еще раз все карты. Да, тише, стойте. Под землей, на хорошо, земле стой, и стой, в стой, небе. Кать, хорошо. Костыч, вопрос. Да. Любому, кому хотите. Любому? Да. Катя, задай вопрос. Катя, задай. Давай, нельзя. Или уже нельзя? Да, можно в ответ задавать. Можно. Давай, еще 2 минуты, можем. Я просто, по-моему, уже идеальный вопрос. Был вопрос. Задай очевидный вопрос. Стой. Задай очевидный вопрос Кате, очевидный. И сразу готовьтесь к голосованию. Давай. Он же лыбится, он уже... Очевидный, я не понимаю, почему. Давай мне, задай мне вопрос. Любой, как мне дела спросил. Зачем мы тянем? Давайте уже вопрос, давайте зачем быстрее. Зачем мы тянем? Давайте Костыча. Так, короче, Костыча скикать нужно. Да быстрее. Стой, Костыч, стой. Задай вопрос. Костыч, задай вопрос из 3 предметов, которые относятся к этой локации. То есть один будет относиться к этой локации, 2 не относятся. Задай. Согласен. Катя. Да он выбирает локацию, алло. Так, короче, Костычу нужно. Все, кикаем. А мне кажется, Катюха, бля. Да, он бегает. А мне кажется, да, Катюха. Посмотрите, да, ну, давай. Кикните все, хорошо, кикните все. Кикайте. Бонстер, бонстер. Что там? Что там? Не пришло мне. Что, кого кикать? Ой, мама моя. Это стройплощадка? Костыч. Шпион пойман. Да! Хорошо. Это же гениально. Послушайте, под землей как? Там есть шахта. Ты должен был кикать Костыч на то, что думал. Этот вопрос идеальный для шпиона. Он нормальный для шпиона тоже. Он много очень локаций отсекает, понимаешь? Да нормально, да я понимаю. Это хороший вопрос. Почему меня-то, почему обвиняли? А, ну хотя да. Хотя ты был раньше, чем вы меня кикнули. Так у тебя нелогичный вопрос. Ты должен был нажать, ты должен был. Ты не нажал как-то правильно, да. Это слишком обобщенный вопрос, то есть он у тебя никак... Там все равно ничего не отсекается. Я не понимаю, почему вы так долго голосуете, когда человек 3 предмета просит его выбрать, ну потому что один проголосовал, один не проголосовал, он сидит. Ребят, не ссорьтесь! Бустер, я говорю, там типа тут очень раз много было. Давайте на скип, земле давайте очень скип. Много всего. Под землей давайте тоже. Скип, да, давайте это скип. Это было, уже было, уже да, было. Да, давайте, давайте. Всё есть. Скип. А кто шпион? Просто нажмите там. Нажми, кто шпион? На музей, нажми шпион. На музей, да, на музей. Музей шпион.
Кто это? Что, а ты, что это за сука ебаная? Кто это? Арин! Это я. Зарк. Я просто смотрел вообще на. Нажми на музей. Нахуй смотрел. Да я нашел. Не нашел. Выбери. Я выбрал. Да ты не выбрал. Там надо нажать такую точечку. Давайте. О, наконец. Все. Я что, знаю, что ли, первый раз? Там точечку справа надо нажимать, шпионы. Балдёж, блядь. Давайте дальше. Подожди, какую точку справа называть нажимать? А у меня залагало. Там, когда ты... Справа, сверху. Да, ты когда наводишь на локацию. Давай, погнали. Поехали. Да, только не задавайте там еще вопрос, который может там все заруинить. Да, хорошо, не буду. Да, хорошо, я не буду задавать, ребят. Хорошо, не буду задавать. Арин. Да. Ответь, пожалуйста, на вопрос, Арина. День и ночь. Часто ли в твоей жизни происходило это событие? Нет. Угу. Че? Слава. Допустим, я это, да, что? Белый или черный? Арин, это спорный вопрос. Давай другой вопрос. Светлый или темный? Это тоже спорный. Я все равно, ну, давай так сказать. Что-то Арина такие вопросы задает. Странные, да. Что мне нравится, что такое? На самом деле, это вообще не относится к нашей... Ну, хорошо, Слав, просто ответь. Ну, белый, допустим. Хорошо, ваш вариант. Интересно. Ну, я сказал белый, потому что, типа, бал. Замутился на... Так, ну, теперь белое платье, я не знаю, я так... Слав, задавай Кате. Ну, причем есть бал маскарад, типа, ну там. Я не слышу, Слав. Да, сори. Я просто пояснял. Я, походу, нажал. Я нажал не на туда, я нажал вычеркнуть локацию, а нет. Да, там надо на точку нажать справа. Косточку подсказали сейчас, как выбрать локу. Ну, так все. Так, смотри. Ну, смотрю. На этой локации сапоги, блядь, шерстяные. Типа, либо шерстяные, либо не шерстяные. Чего? Не, просто спрашиваю, шерстяные, ты сама думай, какой хочешь вопрос, бля, обрабатывай. Что? Что так, это вопрос? Ну давай, Кать, ну отвечай. Нет. По ситуации, хорошо. Не шерстяные. Хорошо. Дальше. Так, мага. Да. Сейчас. Вообще, как бы люди, когда туда приходят, в это место, они надевают какую-то специальную одежду? Вот я так надеялся, униформу. Что этого вопроса не будет, что это... Я про этот вопрос, кстати, и говорю. Униформа! Не, мага, специальная форма нужна, но типа форма для многого нужна. Да, окей, да, нужна. Окей, я... Мага сейчас сильнее сам спалил, блядь. Нет, это уже перепросили. Да! Поехали. Все, мага, задавай, не акцентируй. Окей. Ну, сидел уже. Магомед. Магомед, сядь! Окей, часто ты ли пользуешься этим местом вообще? Уже был такой вопрос, бля, давайте кикнем нахуй магу. Это мага. Блять, при чем тут кикнем, я тебе сказал. При том, кикаем магу все! Я бустер. Да, я бустер, а ты кто? Хорошо, мага, перезадай вопрос. Давай. Так. Ну, вообще, он не должен задавать, но... Не, но он некорректный. Такой вопрос задавал я примерно. Поэтому лучше перезадать. Окей, пропускает ли домашних животных? Все, пизда ему! Блять, бустер, пожалуйста, я могу... Да, не нервничай, шпион, не нервничай! Я не знаю, если честно, думаю, нет. Я, честно, не знаю, пропускает или нет. Не, ну серьезно, как можно знать, лол? Согласен. Мне кажется, нет. Что-то, мне кажется, Косточу пизда, бля, конкретно. Может, тебе пизда, слышишь? Костыч, задавайте вопрос. Может быть, и мне, блин. Но я по крайней мере не ошибаюсь. Да. Ну, потому что я правильно ответил, ребята, блин. Вопрос придумать, я ебал. А вы, бля, нихуя не можете, бля, понимаете. Ну, кстати, вы, Вячеслав, ответили только светлый. Вячеслав! А, ну да, точно. Ну просто какой вопрос, какой ответ, блядь? Забылся. Можно ли в этой локации похавать мапки? Да, мне кажется. Бля, мне кажется, сметаны везде накормить могут, блядь. Подзалуп, наверное. Next вопрос, окей. Нужен ли в этой локации охранник?
Может ли он быть там? Братанчик, там, где есть тебя, там, где нужен охранник. Нет, давай лучше нужен ли. Может, там нужен, давай, нужен ли в этой локации. А что все оригинально? Надо было самурай, слышал про звать. Можно ли в этой локации похавать? Самурай же туда охранником. А, я прослушался, что? Нужен ли в этой локации охранник? Нужен ли в этой локации охранник? Давай, ответь. Ну, как правило, да. Да. Давай, next. Давай мне. Строго, короче, выбери из трех шмоток. Ага. Веер. Заебали, где фулгал, сейчас запущу, мужики. Клавиатура и наушник. Надо к турниру готовиться. Потому что Вадя еще турик анонсировал, бля. Сейчас надо так доебать. Давай сидим собрать. Последний катку рубим и все. Нет, нет. Пусть строго выберем. Нет, это нормальный вопрос. Он все правильно. Кто сказал самурая? Килька? Нет, он просто подсказывает. А, ну да, кстати. Давай. Все? Ну, строго. Ответ или нет? Нет. Первое. Ну, то, что ты самое первое назвал. А какое самое первое? Какое? Хорошо. Какое? Какое? А вот ты не услышал, а значит твои проблемы. Блин, повтори. А мало ли он сказал, что он типа порядком ошибся. Не-не, хорошо, пусть, хорошо. Строго, задавайте вопрос. Давай, строго. Смотри, Зарк. Ну, смотрю внимательно. Не, десит. Пацаны, десит не очень хочу. Конь. Да, смотри. Десит. Собака. Ну, как-то вроде хочется, или а вроде курица. Нет. Что за турик? Ну, ты чайлс, я буду участвовать в Fall Guys. Нет, стой, нормально. Подожди, стой. Тихо, нормальный вопрос. Что за звук был? Типа кикнуть хотят. Кого кикаем? Да надо больше кикать, мы на самом деле боимся так. Мы же можем кикать, реально. Давайте Арину нахуй. Так что ты, Зарк, выберешь? Давайте быстрее. Да я выберу другое, нахуй, мне похуй, я выберу курицу, нахуй. Ну что, кикаем, Зарка. Да, пошел ты нахуй, слышишь, полковник Сандерс, блядь, KFC, блядь, пошел нахуй. Стойте. Реально выбираешь курицу? У Алексея 3, 5 или 7. Кикайте нахуй, Зарка, вот какой ответ. 3, 5 или 7? Голосуем, Зарка, как его выгнать? Это что, долбоеб нахуй попущенный, это не я. Я сейчас локацию спалю, Окей. Такой блёп уже как в мафии пошел. Я сейчас локацию распалю, блядь. Слышь, так вы не голосуете. Вы голосуете, но не голосуете. Мага и Катя не проголосовали. Я проголосовала. Я не хочу за него голосовать. А вы что, гоните? Подождите, а в чем вопрос 3, 5 или 7? Как я на него отвечу? А, ну хорошо, 3. Да, все. Я не понимаю. Все правильно. Вы меня поняли, Алексей? Да, я вас понял. Хорошо, да. Вот и все, я красный. Хорошо, я вас понял. Я задаю вопрос строго. Строго. Давай. Строго. Нужно ли в этой локации? Срать. Нужно ли в этой локации, так скажем, защитные средства для лица? Опа. Что? В этой части не уверена. Задай вопрос. А, я поняла, кстати, да, что имею в виду. Строго. Хорошо, давай. Так отвечай. Хочешь? Давай. Не, все. На все она победила, Аринян. Сука, ну Арина шпион, да? Да. Бля, я же говорил, бля, это дура, бля! А почему у тебя так часто шпион? Там, походу, читерство какое-то, ребята. Почему так часто шпион? Всё куплено, понятно. Бля, просто когда 4 раза подряд шпион попадает, занимает... Алексей, когда я задал вот этот вопрос, бля, конь, что-то там еще курица. Я коня бы выбрал. Ну, типа, конь. Конча! Я конча! Типа то, что конь, да, это да, как, да, этих, да, понял, да, которые там на бал ходят, вот эти, как... Я подумал, мало. Гусары. А что, мы наиграли курицу, почему мне... Я не знаю, я просто 3 рандомных животных назвал. Так я тут, я знаю, то что... Погнали в наш дискорд, ребят.